И вернемся к главной теме дня начала учебного года. Сразу три новых учебных заведения возводят в Сузунском районе. И райцентре, и селе Шайдурово. Евгения Емельянова о том, когда объекты будут готовы. Энергией запаслись, здоровьем запаслись. Первоклашек не обижать. 11 класс и 9 готовятся к выпускным. Так? Но с днем знаний, в путь знаний. С праздником! Несколько месяцев вынужденного перерыва и, наконец-то, в родную школу. Ученики Сузунской 301 сегодня с нетерпением оценивают стройку, которая развернулась неподалеку. Это новый корпус, в котором расположатся начальные классы, спортзал, актовый зал. Завершение работ по плану в декабре. Это здание начальной школы на 400 мест, в котором, возможно, ты будешь учиться. А вот во второй Сузунской школе только готовятся к грандиозным переменам. Уже несколько лет говорили о том, что необходимы дополнительные помещения. Сегодня уже можно с уверенностью сказать, новый корпус будет. По наказам депутатов выполнена проектно-сметная документация и проходит государственная экспертиза. Здание начальной школы на 400 мест, которое позволит нам убрать вторую смену, разгрузить наших педагогов и, конечно же, создать все благоприятные условия для наших ребятишек. Новую школу ждут и в селе Шайдурово. На сегодняшний день у нас уже проектируется школа, мы уже видим ее и эскизы, видим сметные решения, чтобы школа появилась по всем новым нормативам, поместилась на земельном участке. Мы прирезаем кое-где земельные участки, то есть располагаем новое здание школы. Это та ближайшая перспектива, чтобы школа в селе Шайдурово была построена в ближайший год. А вот в Болтовской школе для первоклассников купили новую мебель. Это подарок от спонсоров. В помощь образовательным учреждениям и множество государственных программ. Это программа наказов, это проекты, это, я считаю, шикарнейшая программа развития сельских территорий, наши областные программы. На сегодня мы сохранили областные программы, это школьное окно и школьная кровля. И сегодня, вот даже сейчас, где мы с вами находимся, в Болтовской школе, все окна поменены. Это как раз по нашим областным программам. А мы договорились с губернатором, что будем рассматривать программу «Школьный стадион», потому что, ну, по крайней мере, в сельских территориях, ну, это просто необходимо сделать. Впереди еще много планов. В Сузунском районе сегодня возводят не только школы. Заканчивается первая очередь строительства пристройки к детскому саду в рабочем поселке. Евгения Емельянова, Виктор Федотов, Новости ОТС.